знаете, нелюбимый вами Жириновский Владимир Вольфович мне как-то говорил, когда у него была инициатива о легализации многоженства в Российской Федерации. Он говорит, вот там вот Кадыров, вот эти вот мусульмане, они хорошо устроились, у них-то есть многоженство по факту. А вот нет, чтобы поддержать мою инициативу, чтобы вынести это на референдум в Российской Федерации, а многие бы проголосовали. Как-то можете прокомментировать эту ситуацию с многоженством? Я Жириновского хочется. Не, не Жириновского. Нет, Жириновский это просто повод. Нелюбимого там. А Жириновский не женщина, чтобы его любили там. Как политика там, я его не уважаю, потому что у него своего там нету там. Он сегодня одно говорит, завтра другое, третье, вообще ерунду говорит. Поэтому я на него обиден, потому что он на Кавказ, на чеченцев, там, ну, такие высказывания делает там. И, а многоженство там, а, у нас вот понимание нашего, нашего да. государства, многоженство это, вот, ну, если записано у тебя в ЗАГСе, если 3-4, это понимание многоженства. Вот есть жена у человека и 10 любовниц. Вот это нормально. Вот. А есть жена, еще жена, еще жена, еще жена. 4 жены – это страшно. Mm-hmm. Он, ну, так скажем, не врет, там, он одинаково относится, равноправие и уважение, отношения. А если он свою жену, так скажем, женился, родились дети, а он эту оставляет бедную и гуляет сегодня с одним, завтра с вторым, послезавтра с третьим, четвертым, и все подарки, все внимание им, это хорошо. Нет бы там в шариате что говорится, если у тебя две жены, ты должен одинаково относиться. Одинаково одевать, одинаково строить дома, одинаково покупать шубы, одинаково покупать машины, все одинаково. Да. И если провел ночь с одной, то завтра должен второй. И да. равноправие. А, не обязательно это принимать законы или там провести референдум. Для мусульманина... Вот именно, о чем и речь. Это, для меня ЗАГС это... Я и раньше говорил, и сейчас говорю. ЗАГС – это первый документ, подписывающий, там, так скажем, о недоверии там, друг другу. Разве мусульмане, когда берут жену, они ничего не подписывают? Разве вы не заключаете? Нет. Мы читаем молитву, даем согласие. И согласие родителей, согласие да, девушки и мальчика, и все. Угу. А, по закону, вот когда ты, ну, у нас пошел там, расписался там, ну, зарегистрировался. Зачем эта регистрация нужна, я говорю. Если ты любишь свою жену и веришь, доверяешь ей, и то же самое, тебе доверяет твоя жена, зачем ей нужен ЗАГС? Я говорю, это документ, первый там, роспись, который разрушает семью. Поэтому мусульманин, который хочет жениться, во все времена, в самые строгие времена, коммунистические, там, самый сильный да. режим, все равно женились там, и создавали семьи по две, по три, жен было. Угу.